Строительство Центра культурного развития в Элисте обсудили на совещании под руководством председателя правительства республики Гелианы Басхамджиевой. Новый объект культуры планируется построить до конца 2024 года в рамках реализации национального проекта «Культура». Стоимость строительства составит 175,5 миллионов рублей. Выполняются работы по подготовке основания под фундамент и устройство ограждения строительного участка. В новом здании разместится Республиканский дом народного творчества, государственный детский ансамбль «Тюльпанчик», будут проводиться выставки народных художественных промыслов. Откроется многофункциональный кинотеатральный зал на 300 посадочных мест, театральные и фольклорные студии на калмыцком языке, по обучению игре на калмыцких народных инструментах, мастерские прикладного искусства. По итогам совещания Басхамджиева поручила руководителям профильных органов, исполнительной власти, представителям подрядной организации осуществлять строительство объекта качественно и в срок, не допуская отклонений.